Новости спорта. На стадионе «Металлург» состоялась очередная игра в рамках чемпионата России по мотоболу. На этот раз видновским спортсменам предстояло сразиться с командой из города Ковров. Чемпионат близится к концу, у игроков нервы на пределе, и поэтому с каждым разом матчи становятся все более напряженными, но в то же время захватывающими. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Традиционно в день «Металлурга» 20 июля проходил матч в рамках чемпионата России по мотоболу. Большая часть чемпионата отыграна, и команда «Металлург» находится на первом месте. В этот раз она сразилась с командой «Ковровец» – хорошим, сильным соперником. От этого игра получилась еще более интересная и непредсказуемая. В счете команды шли на равных. Матч интересный, они традиционно сильные соперники, с хорошей защитой. «Ковров» достаточно серьезный соперник, всегда был, есть. Нам с ним всегда непросто играть. Почему? Потому что у них очень вязкая игра в защите. Они играют от обороны. Нам приходится искать моменты для того, чтобы реализовать свои шансы. В конце первого тайма команда «Металлург» был забит один из красивейших голов за весь этот чемпионат. Мяч шел через центр поля верхом, и с лета игроку удалось пробить ворота. Боковым зрением видишь, считаешь всех игроков на поле, своих и чужих, и видишь, куда траектория мяча, видишь, куда он приземляется, куда отскочит, как бы это все с годами приходит опыт, и уже понимаешь, что творится на поле. Команда «Металлург» всегда была и продолжает отстаивать звание лучшей мотобольной команды страны. Большая часть сборной России – именно видновские спортсмены. Многие ребята с детства мечтают играть за «Металлург». Вот и для еще одного, достаточно молодого игрока, Антона Гусарева, жизненной целью было попасть сюда. Пока он находится во втором составе, но молодой человек каждый раз, когда выезжает на поле, показывает хорошие результаты. Мечта сбылась, я теперь тут с самыми лучшими игроками России и Европы. Этот матч со счетом 10-6 закончился победой для «Металлурга». Следующая игра состоится 6 августа в городе Видное, и совсем скоро мы узнаем окончательного победителя чемпионата России по мотоболу 2014 года. «Металлургу» предстоит встретиться с командой «Колос». Юлия Погосян, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.